за годы вот этой системной работы, я на коллеге в январе об этом сказал, суммарно количество лет, которые члены, участники группировок получили лишение свободы, превысило 7 тысяч лет. Это просто параметры и масштабы. Здесь вот так же, как с экономикой и в части и ОПГ, и в части вопросов экстремизма и терроризма, не должно складываться ложное впечатление, что если преступлений много, или если нам группировок много, что у нас хуже всех. Просто другие могут на это не так сильно внимание обращать, а мы достаточно предметно вместе с другими правоохранителями эту поляну зачищаем, если говорить на сленге. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».